Сегодня работники прокуратуры отмечают свой профессиональный праздник. Прокуратура России была образована почти 3 столетия назад указом Петра I, а праздничная дата установлена в нашей стране с 1996 года. В прокуратуре Красноярского края рассказали, что особое внимание они уделяют защите прав граждан. В 2015-м при их содействии погашены долги по зарплате на сумму свыше 740 миллионов рублей. Специалисты ведомства помогали восстанавливать жилищные права красноярцев, защищали права дольщиков, людей с ограниченными возможностями. Пресекали нарушения закона при расходовании бюджетных средств и госзакупках. Мешали выводу капитала за рубеж, следили за соблюдением экологического законодательства. В прошлом году в краевую прокуратуру поступило больше 80 тысяч заявлений. Еще 20 тысяч человек пришли на прием лично. И каждый пятый заявитель восстановил свои права. А накануне праздника прокурор края Михаил Савчин дал интервью нашему телеканалу и рассказал, чем так интересна профессия прокурора. Самое интересное в работе прокурора, наверное, многоплановость деятельности прокуратуры. От приема граждан, которые приходят к нам с различными жалобами, обращениями, со своими проблемами, и до поддержания государственного обвинения по самым сложным, многоэпизодным, вызвавшим большой общественный резонанс уголовным делам. Самое главное и самое приятное это в том, что прокурор в уголовном процессе, поддерживая государственное обвинение, защищает не только закон, но и справедливость социальную. Он защищает права потерпевших граждан.